Так. Ян, привет. Вадим, привет. Мне бесит, когда этот... Мне когда бесит, когда еще рекламу стали постоянно крутить этот. А зачем? Почему? У меня здесь, вот как у всех, самый большой рейтинг. Короче, вот это вот Эва, которая типа по файтингам проходит этот турнир всемирный. Так, Street Fighter 5, Mortal Kombat, Guilty Gear, Tekken. Вроде бы еще что-то, я не могу понять. О, Розелюк пришел. Только у него Wi-Fi этот. С Макдональдса. Я как-то пробовал смотреть этот файтинг Guilty Gear. Я не смог его. Я посмотрел такой, во-первых, типа под аниме косит, а во-вторых, блин, что там творится на экране? Я до сих пор не могу понять, как оно там играется. Макс, наверное, как обычно, сегодня не будет. Хай-хай. Интересно, связь, наверное, нормальная? Ой, это в Австралии. Оставляем? Давай, хотя может и упасть. Ну давай, поехали. Так, я предлагаю... Миша, с кем связи нету? У меня только с Вадимом получается. Только с Вадимом, окей. Так, значит, делаем так. Дама фейвера ставим Вадиму, пусть... Попробует, кто это. Яна возьму я себе. Хочу, чтобы он мне звездюлей накидал. Тебе отомстить, короче, на Ризулу. Поехали. Good luck, good luck. Будет и мяско. Скоро же будет пасека, сарделька и колбаска. Колбаски. Найду свою желтую. И телефон не надо будет вставать. Блин, прикольные у меня места. Седьмое и пятое, выше четвертого нету. Зато все серенькое. У тебя, да, цветовая дама красивая. Не, так если я возьму свой другой основной аккаунт, ну как основной, то это у меня там все золото. Это получается песенка про тебя, цвет настроения синий. Серый, серый, серый. О, вот это нам надо мне поучиться. Прикольно. Буду мстить. Против тебя что, Нина стоит тоже? Да, это прикольно, согласен. Так, что-то я расслабился.
Не знаю, это нового человека. Ах, ты ж тварь. Хорошо. Хорошо, хорошо, я понял тебя. Мамы даже не заметил. Скоро уже будет Пасха. А, прикольно, словил меня. Прикольно. Ничего, ничего, я не тренированный, сейчас я отомщу за всех. Ян, это было хорошо. Надо, кстати, у тебя некоторые моменты взять, прикольные вот эти вот всякие. Я там тупил, конечно, страшно. Так, не отомстился, нормально. Что Домофейр там несет? Так я, получается, с Нуризлом буду. Надо тебе ветровку купить. И что-то мне кажется, что сейчас Нуризла выкинет. У меня связи с ним нету. Так, или меня, или его. Тебе нормально? Не, у меня вообще связи нету. Взяли. Lost Connect. Тоже что посмел. Делать? Что тоже посмел. Ну? Миша, а где твои эски? Райан, good game, Райан. It's be hard game. Что ты хочешь? Кто? Пускай берет. Да. Yes, yes. К
кстати, Ян, смотри, домам, да, когда играет этим, Джеком, он херово Нину может парировать. Джек, это называется? Как я так не словил-то, а? То есть там реально можно ему наваливать. Вася! Ай-яй. А я знал, что рейдж драть не надо делать. Ты молодец. Ты молодец. Сука, ты скоро выучишься. Костюм хороший. Ян, но он в любом случае смурф, он играет двумя персонажами. Он играет Полом и этим Джеком. Блин, вот гадостно тебе тут удар. Подай зелененькую баночку мне, пожалуйста. Угу, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, играет Полом. Угу. Просто я, когда играю против его Джека, мне что-то настолько легко, я там 3-0 практически всегда его делаю. Бля, такой предсказуемый я. Ну, спасибо тебе за это. Вадим просил, Женька, чтобы ты взял против него Анку. А что мне за это будет? Ну, блин, чувак испугался меня, короче. И начинает отмазываться. А сколько у него боев, я не помню, там 17 тысяч или сколько? Ну, на этом уже втором аккаунте уже, помню, наиграл так хорошенько. Но. А чё он с того аккаунта ушел? Я так и не понял. Я недавно залазил, он даже у меня в друзьях второй аккаунт висит. Фиг его знает. Мне сказал, что заблочили. Понимаешь, ладно, если бы мы его видели и тот аккаунт. А как бы понятно, что может где-то что? Решил. Какой? Я фрилансер ютубный. Какие деньги, доченька? Нет. Я чувствую, скоро я буду за YouTube сам деньги платить. Да я шучу. Ризон на каком языке разговаривает? Он с этого, с Манчестера, с Англии. Смотри, вроде типа как дошла. Шутка про Макдональдс Wi-Fi. Через переводчик, интересно. Но они же там говорят... У них английский так себе. Где обещанная сука? Или это нужно было так говорить? А-а-а, сука. А-а-а, сука. Это так называется персонаж, а-сука. Прикольно. Что ты челюстью двигаешь, когда играешь? Так надо. Угу. Так хорошо. Ай, поймал меня. Красиво.
Женька, прикинь, я играю это против Яна Анкуки, и я начинаю делать фишки, как с тобой делаю. То есть я это, вместо продолжения тройки там, начинаю херню ему мудить. Ну-ну. Ну, то есть на двойке заканчиваю. Блять! Папа, выиграй! Папа! Чё ты Ян Анку взял? Не знаю. Ай, блин, как по-лоховски, я... Потому что я точно так же переживаю, как будто я ем. Так, а что там за слово такое? Требую. Нет, да. А, то есть они убрали ебу. Да. Блин, прикольно. Вот же шутка, конечно. Видишь, там требуем. Не при детях будет сказать. Забыл слово ебу, потому что это мат. Яна, причем, а причем здесь... Не-не-не, Яна, причем здесь тр к этому слову? Не, понимаешь, тр, ебал я ваш рот, уй-ю. Да, уй-ю. Мне понравилось, как вы такие, а шо ж это за слово такое? Это для знатоков можно вот так вот сделать тр, три точки, ю, и это, угадайте слово. А теперь вопрос. Минута на размышление. Не, блиц, пожалуйста, угадайте слово. Бля, подлез там. Ну, бля, какую-то херню вытворил. А, блин, блин, блин. Я просто вот это. Я знал, что будет, но я... Блять. Надо вот две руки. То есть ты еще надеешься? Прикольно видно, как вы волнуетесь, у того и того срывается, как я уже знаю, какие там шутки должны быть. Ну это нечестная игра, блядь. Ты все знаешь. А как оно попало, если ты но уходишь?
Да, блядь, заебал. Вот теперь заебал. Вот реально. Вот теперь да. Вот теперь реально задрал. Все, блядь. Вот теперь задрал. Теперь будет постоянно чикен. Все, я теперь буду, блядь, с этими захватами задрал, блин. Перехват. Нет, так он привык, что я использую немного приемов, что я использую их только часть. И пиздец, и задрал меня ловить уже. Все, то бипися. Купи вазелину. У меня только что, Женька, рука дрогнула, думаю, сейчас удалю тебя с турнира. Но потом подумал, что не, эта шутка не смешная. Мишка. Да. Ну что, поехали? Удалять меня? Да, погодите. Все же Кунемицу, да? Ну. Все же, да? Вот я хотел посидеть по тренинге против Мигеля, но, блин. Блин. Мне пока этот, я смотрю, сам и торможу нижние удары. Вот ты начинаешь меня понизу прессовать, все, я плыву. Спасибо. За напутствие. Я готов. Блин. Да, блин. Ага, то есть ты так специально говоришь, да? Ваше здоровье. Вот это вот. Я понял твои многоходовочки. Куда? Пусти! Да бля, что я вообще за херню делаю? Почему быстрее у тебя броня идет? Почему у меня? Непонятно. Красиво. Сейчас, подожди, секундочку. Угу, прикольно. Прикольно. Ай-яй! Ты, блин! Я ж вот джебался.
специально типа, знаешь. Ну я тут понимаю, что ты не на сопле был, я нажимал уже. Оки-доки, баги. И шо, и шо? Ты рамку возьмешь? Нет. Пока не натренькаю этот Анку с Мигелем, брать не буду. Ну же так хорошо все в этом получалось на своей игре. А, блин, у меня, сори, я понял, почему. Мне там больше нравилось. Девушка, зайка, может чуть-чуть тише сделай? Тут у тебя как-то музыка очень так громковато орёт. Get ready for the next battle. У меня вообще сейчас тихо. Ты чуть громче можешь делать, так чтобы не сильно, ни туда, ни сюда. Еще может чуть-чуть. А, ну хотя... Интересная статистика, ты видел? Ну, 100 на 100. Типа, этот искусственный интеллект сам не знает, что происходит, типа. Самое прикольное, что у нас с Женькой, сколько мы с ним деремся, 0 на 0. 0 на 0 не делится. Он устал. Он устал, короче, типа, вас считать. Ух ты, какая золотая. Так, ну что быстрее? Вадим пошутил, говорит, хочу Шрека в Таген 8. Ля, красиво. Ну да, с этими ноктисами, с этими акумами точно Шрека не хватает. Там же кроме кенгуру, кенгуру это ладно, но они же добавляли с какой-то игры дракончика этого. Ах ты ж. Ах ты ж. 5D. Parece que estás a punto de perder.
черта ты Да. Ну ладно. Не больно-то и хотелось. Не помогло твое перде. Пацан, к успеху шел. Не подфартило. Ну, кстати, возле стенки мог дожать. Это вы случайно как-то отошли. Да, я промахнулся. Я вообще считаю, что Миша победил. Почему? Потому что ты постоянно играешь Анкой против него, а он своего персонажа не меняет. И получается то, что ты взял другого персонажа, которым ты необычно играешь, то он бы мог вытянуть. Мишка, я за тебя. Спасибо. Твое здоровье. Давай. Поехали. Давай. Дай даже стукнул этот. Да. Я стукнул. Стукать, а у меня. Все, я тоже потянул. Хорошо, поехали дальше. Так, Райана я больше не приглашаю, у него связь жапуся. Прикольно, декоид висит сейчас на двух аккаунтах одновременно. Хлопцы, заходим, бы тут что-то набежало людей. Сейчас. Мне кажется, в пасе там что-то. А я чуть раньше зашел, и у меня висело, то есть я не успел, как бы, да, то есть я вижу, что... Женька! Зашел, да и захожу. Да, захожу, давай я кого-нибудь удалять. Сейчас 5 сек. 5 сек, жди, сейчас удалю. Давай вот это вот. Так, удалил, заходи. Все, захожу. Ну, давай. Опять. Да бля. Вот, вроде сейчас должно зайти. О! Есть. Так, ну давайте. Кому кого? Кому колом? Так. Так, Вадима надо в нашу группу. Так, давайте будем, значит, Вадима сюда. О, давайте Яна поставим Мишке. Все, я... Это. Разнулил. Поздно, Вадим. Или я тебя с ним поставил? А, ну я тебя с ним и поставил. Ну, глянь, как я знал. Я чувствовал. Так, надо выпить этого. Зелье, как из Астерикса. Ты сейчас будешь вставать? Да. Не, Жигулевская, конечно, испортилась. Даже запаха нету. Ладно, давление, мне кажется, все-таки давление. Да. Чтоб выпил спазмотонник сразу. Надо. А, господи, это Шанубис. Господь, это Шанубис. Сейчас мне будет. Бля. Знал бы, Кунимицу взял бы. Ай. Блять. Тоби пизда, блять. Анубис. Надо. Да, блядь.
Блять, на вторую. Да бля. Это было обидно. Окей. Анубис, пердубис. Нахуй я это сделал. Тарасина, блять. Братик. О, брат. Здравствуй. Здравствуй, брат. Я так затупил, блять, с этим Анубисом. Мог бы вытянуть его, паскуда. Орешков каких взять? Женька, а вообще представь, какой самый ебанутый персонаж можно было добавить в Tekken 8? Это третье творится. Давал мне шанс, я давал. Дофига. Не, самый ебанутый, я считаю, персонаж это был этот дракончик с третьей части. Ну вот видишь, это вот как раз вот с игры, это перекрёстно с этим, с Ноктисом. Да, да, мощно, гудей. О, глянь, Муршу привели. Ян прошлый раз Анкой не дошел до финала. Решили этого Вия привести. Так, блин, он реально давал шанс, прикинь, то есть у нас поэтому 2-2, прям по волосинке, я нижний удар, он его парирует, но промахивается, я снова нижний удар, он снова парирует, но уже второй раз не промахнулся, то есть тут уже я виноват. Ну я так и понял, да. Я так понял, шансов у нас нету. Только хотел сказать, что это Ян аккуратнее, Анубис там это слишком напирает, но сейчас уже даже это. Если там Мурша, то это надо Анубиса жалеть. Красиво. Я на тебя бежал. О, прикольно. Надо запомнить. Ха-ха-ха.
А, блядь. Ты видел, что у меня не получилось? Да, да, да. А, блядь. Вот знал же, что не надо бежать. И ну не да, да. Мне. А не получится. Я думал, что все, что ты уже пригнулся под этот под не. Рукой. Надо подкат делать. А ты, кстати, присел или нет? Нет. Надо подкат сделать. А что без продолжения? Пожалуйста. Ты понял, про что я? Что? Ну давай. Да блять. Ага. Блять, не успел встать, это как? Этот, я сейчас такие комбы посрывал. Ну да. Это я херню занялся. Молодец, молодец, согласен. Думал, додавлю, что я начал тупить уже во втором бою. Да-да-да-да. Нет, последним-то больше как-то чуть. Не, последним это уже все поплыло. В конце прошлого боя, когда ты мне это, когда я на тебя рейдж-драйвом прыгнул, это херню уже начал творить. Не, ну хотя, не, понимаешь, я тоже стал тупить, и если бы ты еще какую-то тычку сделал, знаешь, коварную, ты бы вытащил. Потому что я уже сам, я уже думаю, блин, что сделать мне такое, какую-то тычку сделать. Вытащить. Согласен. Походу мне с тобой куминки взять. Подбить, я танчу. Кстати, та арена, которая это, которая у нас сейчас была, Женька, это у нас самая первая арена, которая в стриме у нас была. А, прикольно. Ну, за это надо выпить. Я уже, я, Миша, я уже, все, все. Все, 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 я понял, намек понял, пью. Анубис часто включает рейдж, когда это. Когда успевает. Не, когда он тебя поднимает на комбо, он сразу рейдж включает. Ух ты, сука. Красиво. Round 3. Fight.
Прикольно, прикольно. Мурша вернулся. И надо музыка смудулает. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да блять. Не, вообще круто было, прикольно. Да блять, этот удар. Ты имеешь в виду, потерял форму для Tekken года? Пацаны, нас Мурша запугивает. Блин, непростой. Ну, это же хорошо, что мы вызываем у него желание, да? Или это плохо? Учитывая, как он нас бьет, это плохо. Это плохое желание. Ну. А что? А здесь туман с плюсом? Да. Получали. И прикольно, а чё у меня вас ваш этот не показывает турнир? Миша. Да. Давай. Где? Все, гуляй. Твое здоровье. Где? На. Открываю. Вот.
Вряд ли я вам Нобелеса вытащу, потому что ж я против лавы так особо не сильно. Да бери Кунемицу и убегай от него. Нет, серьезно, он если честно, он, конечно, немножко деревянный. Вот единственное, что он правильно Вадим сказал, у стенки он спамит конкретно. То есть он начинает по нижним хлестать. Так что надо садить Сайка сразу. Так в руках не держи, оно может там поломать что-то. Ну, он еще пока что беленькими. Мне надо продержать, чтобы он был. Молодец. А у тебя их не будет? Нельзя. Я тебе ничего не буду. На. В начале он вначале подкидывает ногой. Пиво. Нет. Прикольно. Нижний спам пойдет сейчас. Пошел уже. Так, я с горя выключу. Он прикольно ловится на твою пятерку, я не знаю, как так возможно. Блять, как я так пропустил? Он сейчас рейдж нажмет. Прикольно. Ну, блин, молодец. Алкоголик у меня. Женя уничтожает твою печень. Да, да, да. Ну, тут без шансов. Может, пусть Мурша отдохнет пока. Как-то странно, блин. Еще помнишь пару обнов назад, сколько этих лавов было? И напихивали каждую. Да, 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 да. Женька, скажи, что ты по Яну соскучился. Очень. Помыла, это значит, что это мандарин. Ягода. Я подумала. Мне понравилось последний стрим Декоид. Такое это. Типа, вы меня все бьете, но вы не знаете комбо. С вами неинтересно играть. Там нет, там было продолжение. Нужно знать комбо, потом вол комбо. И даже записывался. И фреймы, да. Да, да, да. Вася, отвали. Вася. Так и ты тут пошел отсюда. Thank you.
Round one. Fight. Что за бред? Вот удары ни хрена не ловят. Гуляет они. Ну, быстрее еще. Ну, надо, кстати, попробовать половить. Хати, уйди отсюда. Видишь, как Мурша соскучился? Надо попробовать, ловится или не ловится у Стива эти удары. Вот, иди сюда. Заводи ухо. Господи, где пора? Слышишь, что это было? Над тобой издеваются. Ржачно. Так, ну что, пошли дальше. One more. Да, еще разочек. Я помню, что мне этот альбом, этот у Daft Punk так не зашел, а потом как зашел. Нет, не зашел у них альбом, это был... Тебе там песенка-то нравилась, мне еще один Наташка. Привет, Мурша! Помнишь, такая типа кукла? Этот темп слова произносит. Тебе еще нравился клип их. А, этот, да, робот, робот-рок. Вот, ну этот, ну мне не вообще альбом их не зашел вот этот. То есть песенка нормальная, а остальное мне как-то вообще. Так, подожди, кого-то я не пригласил. Вадима пригласил. Я слышу, да? Яна пригласил. Блять, кого-то не пригласил. Давай еще раз Яну кину, может, Яна не пригласил. Ян зашел, нет? А, ну тогда ладно. Давай, удачи. Хай. Когда немец себя называет Лиди, мне всегда страшновато. Последнего что там у вас? Жопа. Желтый. Ну ладно, хер с ним. Или не хер с ним. Я уже раз все это. Не-не-не, все отлично. С формой все отлично. Учитывая, что Женька не смог даже пару приемов показать. Так, давайте, значит, думать. Вадим остается здесь, Яна... Я чужим людям свои приемы не показываю, понятно? Ну, короче, вот так вот.
А я чужим людям. А что, Мурша чужой? Нет, ну нет, не так часто вижу. Ну по степени, как я его боюсь, то да. Фильм и это, и Мурша у меня одинаково. Это там я вздрагивал, когда это слышал шипение чужого, и здесь, когда Мурша берет Стива, я точно так же передергиваюсь. А ты хоть раз парировал у Стива руки? Вот, нет. Я хочу на тренировке посмотреть. Он показывал, что хочет. Я пробовал, но, а. Блин, как-то вообще не ловило. Там, мне кажется, по таймингу. Но все равно у него были такие удары, которые повторялись. То есть, если повторяются, и мне это легче схватить. Но я все равно не мог. Да, счастливо. У тебя не так хорошо слышно, вот тут он. Я раньше не так сильно боялся суку, как вот после Вадима начинаю уже это напрягаться. И сейчас чувак со сукой. Посмотрим. Там типа про ладони давали. Вадим говорит, что он вниз бил. Ой, Вадим, господи, Мурша говорит. Так что тебя разводили. Да, только потом. Немножко пускай полежит. Миша, ваше здоровье. Я тоже как раз. Я смотрю, я тебя натренировал на Нинку. Да, мне прям с Нинкой это удобно. Я говорю, я тебе не скажу, что это. Никак не прямо вот это с этим захватом мне сегодня тоже попадалось. Две руки сжимаю, не могу попасть. Разбить. Бля. Понял. Догоняй Богдана. Так мы просто постоянно с Мишей деремся. То есть я с Нинкой против него, и он Нинку хорошо знает. Ну как хорошо? Ну как, уже достаточно хорошо. Так, иногда она подработала на меня. Ну, если по лору. Свинка. Ой, свинка.
Get ready for the next battle. Ну окей, окей, я понял. Они вообще пьют или они только поют? Я тебя понял. Блять, я забываю, Вадим. Поплыл от того, что забыл. Красиво было. Этот пацан, который играл против тебя, он тоже взял Нинку в следующем бою. Интересно. Иди пень. Уйди отсюда. Ай, бля. Я забыл, что Вадим Рейдж включает. Ничего. Тарас, смотри, ну без обид, как бы, я за тебя болею, потому что у меня все рандомы с Вадимом, ну, просто ни разу еще в мою пользу не были. Поэтому давай, соберись. Лучше проиграть в бою, так сказать. Покуха. Ай, красиво, Вадим, красиво. Надо было на рейдж играть. Красиво. Ты говоришь, все-таки мистер Рандом, да? Короче, попробую взять медведя все-таки. Панду. Панда? По вашей системе. Потому что по моей системе ни разу еще, я говорю, в рандоме не выигрывал. Я первый раз съел пельмени, там был это. I'm a lightning, I'm a panda, panda. Я думал, как это можно есть, и только мака сметаной. Хватит! А когда она закончилась, я просто съел. Нам дали нибудь? Нам. Ты разбрасываешь. Ну нота ты. Странно, у меня процент побед против Яна. У меня 57, у него 0. Врет. Это костюм. Костюм другой. Анана.
Так. Спокуха. Не сработала панда, нифига. Ну и красиво, красиво. Она ну, захватилась. Пашка, ананас не цитрусовый. Цитрусовая. Ананас цитрусовая. Почему он такой цитрусовый? Ого, это было прикольно. Вот это было ржачно. Красиво, Ян, красиво. Да не, я просто, ну, я плохо его знаю. Не, нормально все было. Хорошо накидал. Не, ну если бы мы с тобой поиграли боя 3 хотя бы, чтобы я хотя бы приноровился к нему, то я думаю, мог бы потянуть, а так? Тянет, потянет, вытянуть не может. Что говоришь, Банька? Лимон? Сейчас хлопцы подойду. Мороз там? Мы пионеры. Лепешка. А если с сахарком ел, то будет вкусно. Вот это да. Ну что, здесь? Издеваются над девочками. Причем, ладно, да там какой-нибудь, не знаю, как все это нервы. А то полуживотные. Полунегр. Полунегр, да, точно. Да, была. А кто ж играл Алисой? Женька, кто у нас Алисой играл? Был такой вообще там имба. Ох. Не Смурф? Не Смурф, а этот грек?
Вот не, это. Не грек. Кто-то вот. Блин, я вот не помню, потом... ник постоянно частно вот мелькал. Это. Была такая, что хер станешь. А не ночь я и играл. Херню творю. Возможно. Ну, ночью, наверное, да. Ах ты ж. Шомлин тут только. Блин, я тут шомлин. Мишка твоя. Ну вот, а как это? Завтра один придет. Блять, забываю, что это. Ну это захват. Блять. На сторону уходить. Да, да, да. Потому что я привык, что у Кинга это удар идет. Я думаю, блин. А как от него в сторону только? Или да. В сторону или приседай? А, присесть можно? Угу. Че, Ян, может Нинку все-таки? На его нафиг эти камни. Кому они нужны вообще? Я так посмотрел что-то. Так, значит, на панде стоит. Я просто... Вадим, я просто ник не помню. По-моему, ночи. Он жестко очень играет на Лисе. Или не Нотча, подожди, кто ж у нас играл? 57. Надо смотреть, ну кто-то у нас, да, очень хорошо играл. Да там хер встанешь, я точно помню. Прогноз на завтра. Он иногда заходит на турнир, я тебе покажу его. Завтра 14 градусов. Да чего уж уже. Да, уже. Да, уже смысл. Страдать от Кинга, че. По идее, должно немного отнять. Или немного оставить. Ой-ой. Прикольно. Оп-ой-ой. А ты уже подумал все, да? Правильно? Да, я думал все, да, я бросил джойстик, да. Продолжение следует...
Ой, все читал. Вроде бы этот, который Альпенгольд был или какой-то. Мишка, ты редко захват используешь. Мне казалось, Тарас скажет, Миша, ты редкая, а потом захватываешь. Да-да-да. Не, просто смотрю, Ян, когда ты его прессуешь, он стоял и это, и пропускал как бы моменты, когда контратаки делались. В этот момент можно было захваты вставлять. Можно, можно было. А я весь внимание внешний, у меня незнакомый персонаж этот, и я боюсь, я так и не понял, как он делает. Понял, он делает насечку, и после нее идет сразу в захват. И это уже не раз повторялось, я не могу понять, какой там захват. Я уже жду его, знаешь. Знаю, что это его стабильная штука. Уже про это думал и так и не понял. Когда он головой бьет, красивый, конечно, захват, но непонятно. В воде две руки, наверное, да, то есть? Да, это две руки. И башкой, да. Вообще считается, что у Кинга и у этих, и у Армора просто ты не угадаешь руку, и считается, что в основном стоит сжать две руки и все. То есть ты в любом случае на что-то попадешь. Ну то есть, по-моему, две руки даже могут треугольник блокировать, но это не точно. Что-то вас забываю спросить, как тебе этот Ассасин? Короче, это другая игра. Это не как Вальхалла. Тут, то есть, ну, есть схожесть, конечно, то, что это одна франшиза. Но управление и вообще стиль боя, там он немного другой. Потом смысл такой, что вначале мне игра не сильно понравилась. То есть я думал, что хер там поиграешь. Ну а потом задумка там интересная. То есть они потом начали заинтересовывать, и стало интересно играть. То есть сейчас я настолько подсел, что сижу и играю. А напомни мне, Одиссея это вот, когда вот в Египте? Не-не-не, Одиссея это древняя Греция. Говорят, все хвалят в Египте, но я, наверное, после Одиссеи уже вряд ли буду в Ассасина играть. Я в Египте играл, просто помню, как бы, да, то есть там что-то, не помню Грецию. Ну, Греция, она как раз вышла перед Вальхаллой. Но Вальхалла, конечно, игра охеренная, хочу сказать. Вот мне настолько она понравилась, настолько она прикольная. Кстати, да, кстати, может быть, мне сейчас скачать, а то я попробовал Fallout, и что-то как-то не идет. Но я хочу сказать так, что вот я понимаю Женьку, там, то есть, пока ты не прокачаешься там до какого-нибудь уровня 10, играть очень напряжно, то есть тебя все напрягает, все тебя бьют, и какие-то задания тупые. А потом после 10 ты уже, когда начинаешь более-менее там крошить врагов, уже начинается очень интересно играть. Вот Миша странный человек. Я говорю, Миша, говорю, Fallout 4, игра говно. Да-да-да-да, но смотрю, дальше играет. А как я, вот представь. Не-не, так я рассказываю. Короче, я играл на третьей плойке, помню, в этот, в Чужие, этот, как он, Resurrection. Помню, я ее не потянул, я не смог ее пройти. Сейчас это, сижу такой на скидке Resurrection, думаю, ну, теперь точно куплю ее и точно пройду. Я, короче, купил, прошел чуть дальше, и она у меня висит, я вообще не могу в нее играть. Прикольно, если бы ты на том же моменте остановился. Так я практически, наверное, на том же моменте остановился. Ты только когда если у тебя будет пятерка, ты тоже там не купи этот. Тут же Ян скромничал, получается, да? Он специально вводил противника в заблуждение. Женька, это ты чихнул, надеюсь? Чихнул. Миша, после этого будь здоров, не говорят. Говорят, сходи к врачу. А,
Короче, смысл такой, Женька, если в Вальхалле ты типа убиваешь людей, там каких-то там, ну, врагов, ты, ты повышаешь уровень, и какие-то дополнительные у тебя есть эти задания, ты их проходишь, и уровень тоже повышается. То есть я насчет, за счет дополнительных заданий, помню, там задрочился, я очень сильно прокачал уровень, и, то есть я дальше играю очень легко шла. То есть здесь такая фишка сделали, типа у тебя копье этого Леонида, и ты должен прокачивать копье. А чтобы копье прокачать, ты там должен каких-то сторонников культа убивать. То есть они там отдельно спрятаны, ты их должен разгадывать, кто да что. И я, чтобы прокачать это копье, там, то есть представь, у меня какой-нибудь 20 уровень, у чуваков, которые надо убить, 50 уровень. Я залазил на крышу и, наверное, стрел сотни три выпускал стрел, пока пытался убить их. Ну, то есть, ну, просто это, на глюк игры играл. Убивал этих чуваков, которые там надо, чтобы копье повысить. В итоге повысил копье, и более-менее игра стала у меня. Ну-ну. То есть ты представляешь, ты прячешься на крыше, он там где-то ходит, ты раз стрелу выпустил, она у него вообще не снимает жизни. И я так сидел, наверное, по часа три каждого этого снимал. Ну ладно, ладно, уговорил, сейчас качнемся. Удалю Fallout. Нет, ты качни себе Вальхалу, поиграй Вальхалу. Ну да, я говорю, удалю. Это ходит с копьем Леонида, тыкает в каждого, но... ищет служителей культа. Но, Миша, будешь играть, слышишь, что ты это... Я тебе там советов дам, как что прокачать, как правильно что делать, потому что это... Если правильно все будешь делать, прокачиваться, то очень прикольно будет. Потому что там очков прокачки можно потратить на всякую хрень, которая тебе не нужна будет. Суть игры прокачать очко. Все будет самое прокачанное очко. Миша в следующий турнир будет играть стоя. Наоборот. Наоборот. На бутылке. Слишком я высоко сижу, да? Да. Так, ну красиво вытянул. Или Ян поддавался, я так и не понял. Так, ну что, хлопцы, выходные, отдыхаем. Ну да. Всем чмоки. Ну все, да. Всем чмоки. Давайте до вторника. Во вторник продолжим нашу битву. Все, счастливо. Так, что делать? Закрывать приложение сразу или с вашей тусовки этой выходить?